Давайте, конечно, 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 садитесь. Ну все, мы начинаем тогда. Так. Угу. 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 Итак, здравствуйте, всем здравствуйте. Здравствуйте, филиалы, здравствуйте те, кто подключился из других городов. Сегодняшняя наша тема – это КТ-виртуальная колоноскопия. В настоящее время компьютерная колонография, еще ее называют компьютерная или виртуальная колоноскопия, как альтернативный и взаимно дополняющий метод к традиционному эндоскопическому исследованию, все чаще используется в повседневной практике. Основной вопрос, почему мы это делаем? Потому что новые технологии нам это позволяют. С появлением нашего нового томографа на улице Ильюшина, дом 4, в Северной клинике, мы тоже это можем делать. У нас томограф GE, Optima 660, 128 срезов, абсолютно новая модель. Что для этого требуется? Прежде всего, это мультиспиральный компьютерный томограф. Также специальный протокол исследования на основной консоли. Толщина срезов должна быть не менее 1,25 мм. Рабочая станция и программа постобработки Colon VCR, которая есть у нас в наличии. Как выполняем исследование? Нужен специальный протокол. Срезы, как я и говорила, 1,25 мм. Исследование выполняется на спине и на животе. Необходимо полностью захватить брюшную полость от диафрагмы до тазового дна, полностью, чтобы виден был весь кишечник. Традиционно необходимо заполнять или накачать воздухом толстую кишку. Вопрос. Воздухом или углекислым газом, инсуфлятором или вручную? Требуется или нет спазмолитики? Этот вопрос до сих пор обсуждают специалисты на разных сайтах по данным литературы. Что у нас происходит? Мы в своей практике обычно раздуваем обычным воздухом с помощью аппарата Боброва, постепенно заполняя весь отдел. И что очень важно, эта манипуляция не должна вызывать никаких болевых ощущений. Мы прежде всего боимся перфорации, поэтому по степени давления на руку мы прекращаем или усиливаем нагнетание воздуха. При выполнении исследования во время скаута мы можем также оценить степень нагнетания, степень раздувания, мы можем поддуть или наоборот остановиться и выполнить наше традиционное исследование. Итак, на нативных изображениях, как я вам и говорила, мы видим пациента, который лежит на спине и на животе. Для чего, собственно говоря, это делается? Для того, чтобы остаточная жидкость, которая имеется в кишечнике, она по градиенту могла стекать или нижнюю стенку, или верхнюю стенку. И таким образом мы видим очень четко, лежа на спине, верхнюю стенку, а лежа на животе, мы достаточно четко видим все нижнюю стенку, все ее изгибы, все гаустры. Первое исследование, которое мы получаем, мы дали программа сама, самостоятельная, ее совмещает два изображения и сравнивает их. И таким образом мы получаем КТ-колонографию. То есть это два изображения и построение 3D-модели толстой кишки. Мы совершенно четко видим все ее изгибы. Мы совершенно четко видим, как хорошо подготовлен пациент. Мы видим, как идет. И можем увидеть и паранхиматозные органы также. Дальше у нас есть возможность развернуть кишку и провести виртуальную КТ-колоноскопию. Поэтому она так, собственно говоря, и названа. Вот такое изображение внутри органа толстой кишки мы видим абсолютно четко. Я сейчас постараюсь включить видео.
это то, что мы обычно можем увидеть на своем рабочем столе. Вот такой полет, собственно говоря, с разной скоростью мы можем увидеть. Мы можем увидеть все стенки, мы можем увидеть и зайти за гаустры, развернуться, повернуться. Также у нас есть возможность сравнить с нативными изображениями. И если у нас есть какой-то участок подозрительный, мы опять-таки можем к нему вернуться и еще раз посмотреть более отчетливо. И в этом случае нам помогает специальная программа обнаружения полипа и рака. Это автоматическая программа, которая сама идентифицирует и может сама четко указать все изменения на стенке, тем самым помогая врачу. Это именно программа помощи врача. У нас есть сразу же возможность оценить патологию. Имеется возможность провести виртуальную биопсию. Сейчас, на секундочку. Итак, у нас есть возможность получить виртуальную биопсию того участка или полипа, или какого-то измененного участка, который нас больше интересует. Вот здесь мы его увеличили. И дальше делаем следующие выводы. Но все не так просто. И, конечно, сама программа без глаза врача ничего сделать не может. Есть определенные трудности. Сразу хочу отметить, что лучевая нагрузка при данном исследовании составляет от 10 до 12 миллизиверта. И при плохой подготовке мы не можем достоверно сказать, каловая это масса или это образование. У нас нет возможности взять биопсию, то есть клетки, а именно это и есть доказательство рака. Достаточно трудно отдифференцировать опухолевую патологию или спазмированную кишку. Но здесь нам помогают исследования в динамике, сравнение состояния кишки на спине и на животе, а также изменения окружающей клетчатки и состояния лимфоузлов. Еще очень уязвимое место – это бургиневая заслонка, потому что существует, по данным литературы, три типа строения. И вот именно папиллярный и липоматозный тип строения бургиневой заслонки могут давать нам ложноположительные результаты. И в этом случае нам трудно будет отличать их от неоплазии. И тем не менее, наши исследования не окончательны. В случае обнаружения какой-то патологии, пациенты идут на обычную эндоскопическую колоноскопию. Что очень важно, это, конечно, подготовка пациента. За дня до исследования мы просим избегать продуктов и напитки, богатые клетчаткой, в частности, хлеб, острые. Пищу можно употреблять рыбу и курицу. За день до исследования, в первой половине дня, мы просим, чтобы пациент выпил раствор фабтранса с 15 до 19 часов, равномерно 4 стакана. Раствор не всасывается, проходит по кишке и отмывает ее от кишечного содержимого. Поэтому жидкий стул будет с 21 до 23 часов. Мы обязательно просим пациентов быть к этому готовыми и так вот распределить свое время. Либо те, кто не могут готовиться препаратом Фартранс, готовятся препаратом Флит. Мы пользовались и тем, и другим, и результаты, в принципе, неплохие. И что очень важно, в конце мы просим пациента выпить одну ампулу урографина. Во сколько? Это зависит от того, в какое время он назначен на следующий день. Если это исследование мы проводим рано утром, соответственно, мы просим пациента на ночь выпить одну ампулу урографина. Если мы исследование проводим поздно вечером или во второй половине дня, мы просим, чтобы ампулу урографина он выпил рано утром. Что основное в нашей задаче? Это найти полипы. По данным литературы, один из 18 пациентов
По данным литературы, один из 18 пациентов умирает от рака толстой кишки. И в структуре заболеваний это занимает третье место как у мужчин, так и у женщин. Учитывая столь неблагоприятную статистику, еще в прошлом веке, в конце прошлого века, начались полномасштабные исследования в этой области, в результате чего была создана специальная скрининговая программа по предотвращению рака толстой кишки. Была разработана концепция, согласно которой определено, что полипы больше 10 мм имеют элементы дисплазии и должны иметь гистологическую верификацию. Это не означает, что они все злокачественные. Была даже выпущена статья, называлась «Нормально к 50 годам иметь полипы». Однако, чем старше становился человек, тем риск был больше. Были созданы следующие рекомендации. У 70% обследованных больных не было обнаружено полипов или полипы были менее 5 сантиметров. Группа пациентов, у которых были обнаружены полипы от 6 до 9 миллиметров, им требовался индивидуальный подход. Что это значит? Зависело все от возраста пациента, от его анамнеза, его наследственности, а известно, что рак толстой кишки наследуется чуть ли не в 70% случаев, и если количество полипов было более 3. Что касается четвертой группы, то полипы свыше 10 мм и больше однозначно шли на колоноскопию, эндоскопическую колоноскопию с последующей полипэктомией. Что касается четвертой группы, и в частности нашей клиники, то если знать заранее и предполагать, что во время проведения колоноскопии дальше будет полипэктомия, то мы сэкономим и время пациента, и не надо наркоз давать дважды. И время нахождения в стационаре тоже сократится. Вот. Итак, наше исследование, оно необходимо прежде всего для скрининга. Кто входит в группу? Возраст старше 50 лет. Тем, кому невозможно выполнить обычную колоноскопию. У кого были обнаружены полипы в анамнезе. У кого выражена анемия. И тем пациентам, которым нежелательный наркоз. А также группа в кавычках капризных пациентов, которые просто не хотят делать обычную эндоскопическую колоноскопию. Для диагностики. Да, мы используем для диагностики в случае обнаружения колоректального рака у пациента. В случае, если есть изменения со стороны стенки кишечника. В случае, если есть боли в животе неясного генеза. В случае, если у пациента есть железодефицитная анемия, или он был прооперирован по поводу колоректального рака. И также пациенты с высоким риском, те, о которых я говорила раньше. Кому нельзя проводить КТ-виртуальную колоноскопию? Это, конечно, пациенты с острым животом, пациенты, которым мы подозреваем или уже был поставлен диагноз острый дивертикулит, ранее прооперированные больные, именно ранее, достаточно короткий срок, у больных с токсическим мегаколоном, у больных с хроническими кровотечениями, конечно, беременным, так как высокая лучевая нагрузка, и у пациентов, которые плохая, достаточно плохая подготовка, смысла нет проводить им виртуальную колоноскопию. Итак, мы с начала апреля месяца мы обследовали достаточно большую группу пациентов и можем привести следующее наблюдение. Пациентка 50 лет, жалобы на частые запоры. После проведения КТ-колоноскопии мы увидели, что основная жалоба и с этим связана – это с долиха сигмы, удлиненная сигмовидная кишка. При этом мы видим, что часть кишки абсолютно спазмированная.
И мы можем предполагать, что у пациентки есть и функциональное расстройство кишечника. Помимо этого, мы у нее увидели как косвенную, как случайную находку кисту в области крестца. Но, собственно говоря, это просто была случайная находка, никаких неприятных ощущений у пациентки она не вызывала. И тем не менее, мы видим окружающие ткани, в том числе и костные ткани, очень хорошо. Хорошо. Ну да. Следующий пример – это у пациентки перед операцией на малый таз. Это и операции на яичниках, и операции на матке. Нам прежде всего надо понимать, как располагается патологическое образование в яичнике, как оно относится. И виртуальная колоноскопия помогает нам определить положение прямой сигмовидной кишки, эти образования, и точно определить, есть или нет прорастания. Поэтому для гинекологов это очень важно. В своей практике очень часто мы обнаруживаем дивертикулы. По данным статистики, дивертикулы у пациентов до 50 лет определяются от 10 до 30% случаев. А у 60% пациентов старше 80 лет это уже 60% дивертикулов. Однако в большинстве случаев заболевание протекает асимптоматически у большинства пациентов. Большинство дивертикулов – это, конечно, псевдодивертикулы. Однако встречаются и истины. Пациент жалоб не предъявляет. Однако при проведении КТ-виртуальной колоноскопии мы видим множественные дивертикулы. Вот, в частности, здесь толстые кишки. При нашем исследовании подтвердить дивертикулез не представляется никаких сложностей. Тонкая стенка, пузырек воздуха – вот эти все симптомы дивертикулов. Однако в случае, когда стенка утолщена, имеется реакция окружающей клетчатки, мы можем поставить диагноз дивертикулит. И КТ-колоноскопия помогает нам определить это, дивертикул ли это, дивертикулит, рак или воспаление. Однако в остром состоянии, при остром дивертикулите, виртуальная колоноскопия не рекомендуется. Вот так вот выглядят полипы при виртуальной колоноскопии, при обычной традиционном эндоскопическом исследовании и при нативном нашем исследовании. Мы видим тонкий полип на ножке, который свисает в просвет кишки. И эндоскопически это все подтверждено. Здесь представлено множество полипов, которые располагаются близко друг к другу. Они не на ножке, однако имеется выпячивание стенки. Вот это выполнено с помощью эндоскопа, это выполнено с помощью нашего исследования. Корреляция между данными эндоскопической колоноскопии убеждает нас, что нет никакой динамики у данной пациентки. Дело в том, что ей была выполнена сначала обычная традиционная эндоскопия. Однако дальнейшего от полипэктомии пациентка отказалась. И дальше мы смотрели ее полипы с помощью нашего исследования КТ-виртуальной колоноскопии. Мы эти полипы обнаружили, мы посмотрели их толщину стенки, высоту, ширину полипа, где он располагается. И дальше мы просто за ними смотрели и убедились для себя и обрадовали пациентку, что роста никакого нет. Это очень достаточно серьезный случай. Пациент старше 75 лет. Наркоз ему было давать крайне нежелателен. У него была операция на сердце. И была высокая степень железодефицитной анемии. По
по-моему, гемоглобин был около 60. При проведении КТ виртуальной колоноскопии мы уже на вот этих срезах видели дефект наполнения, дефект наполнения воздухом. И во время проведения мы четко видели утолщение слизистой сигмовидной кишки достаточно на большом протяжении, утолщение стенки до 10 мм. Конечно, был поставлен диагноз образования. При КТ виртуальной эндоскопии у нас, виртуальной колоноскопии у нас слепо заканчивался просвет, сужался. Кроме этого, мы видели, мы можем оценить изменения со стороны печени. И, кроме этого, мы видим нечетко лимфатические узлы вокруг клетчатки, вокруг этого образования. Таким образом, мы можем не только выявить диагноз рака, да, но и стадировать по классификации ТНМ. Еще достаточно такое серьезное исследование – это рак слепой кишки. Тоже очень достаточно уязвимое место именно в области бургиневой заслонки. Мы видим четко как дефект. Видим, что тут слепо заканчивается наша виртуальная колоноскопия. Потому что мешает вот это вот образование, которое располагается в области крыла подвздошной кости справа. Таким образом, мы можем сделать следующие выводы, что КТ, виртуальная колоноскопия или колонография, она также идет в некоторых изданиях, может и должна использоваться как скрининговый метод исследования толстой кишки. Учитывая ее безболезненность, она может быть использована там, где нет возможности провести обычную эндоскопическую колоноскопию или где наркоз крайне нежелательный. КТ виртуальная колоноскопия может использоваться для контроля у прооперированных пациентов или у пациентов с выявленными полипами. КТ виртуальная колоноскопия может оценить расположение толстой кишки, окружающих тканей, лимфоузлы, элементы прорастания, отдаленные метастазы. Таким образом, мы предлагаем ее использовать в повседневной практике. Вопросы. Да. Так, первый вопрос – это, пожалуйста, уточните термин виртуальной биопсии. Ну, это специальная программа, которую мы можем использовать в случае обнаружения какого-либо полипа или образования. Мы можем сделать вот то, что называется механически, да, виртуальную биопсию. Конечно, это не обычная биопсия, это просто мы смотрим степень утолщения, и она у нас красиво раскрашивается разными цветами. Но, как вы знаете, все равно на КТ мы прежде всего это видим плотность. Вот по плотности мы также можем судить косвенно. Вот это то, что называется виртуальная биопсия. Какое количество колоноскопии вами проведено? Морфологическая верификация ваших заключений, процент совпадений. Конечно, процент совпадений достаточно большой. Вот то, что говорят наши хирурги, да, все совпадает. Мало того, иногда сначала пациенты к нам приходят уже с выполненными эндоскопическими исследованиями, и мы смотрим их полипы, которые они обнаружили, и смотрим их размеры. Ну вот у нас совпадает. Значит, что касается, мы открыли здесь в апреле, да, у нас сделано порядка 40 исследований, но на предыдущих базах мы тоже делали эти исследования даже своим родственникам, поэтому так. Какие есть еще вопросы?
Виртуальную гастроскопию мы не проводим, потому что пока нам же нужно получить разницу сред, да? Нам нужно получить разницу между воздухом и мягкими тканями. И тогда только мы можем получить виртуальную бронхоскопию. Вот здесь, пожалуйста, достаточно хорошо и выйдем трахею, гортань, трахею, область бифуркации. То есть мы можем дойти до субсегментарных бронхов. На каком томографе мы работаем? Мы работаем на томографе GE Optima 660, 128 срезов. И такая же программа постобработки тоже у нас GE. Еще какие-нибудь вопросы будут? Ну, да, мы напишем наши координаты. Зовут меня Крылова Анна Игоревна, заведующая отделением лучевой диагностики Северной клиники. Это холдинг «Скандинавия». Находимся мы по адресу Ильюшина, дом 4. Работаем мы каждый день с 9 утра до 9 вечера. Эта презентация будет выставлена в открытый доступ, я так понимаю. Да. Ну, а с моей стороны я бы хотела пожелания для наших врачей, тех, кто меня слышит. Прежде всего, я хотела бы обратиться к гастроэнтерологам, чтобы они направляли своих пациентов. И я бы хотела, конечно, чтобы эндоскописты принимали непосредственное участие в нашей работе, и мы могли вместе и верифицировать диагноз, и подтверждать, и контролировать, и делать динамику. То есть это для нас очень важно. Также, конечно, есть большая группа пациентов именно с воспалениями кишечника, не с опухолями или полипами, а именно с воспалениями. И это такое достаточно тоже интересное направление. Это и болезни Крона, и различные колиты. То есть это тоже было бы достаточно интересно посмотреть. Мы готовы к сотрудничеству всегда. Приходите к нам. Вот. Всем спасибо за внимание. Мы уже заканчиваем. Следующий вебинар у нас посвящен, скорее всего, МРТ, да. Скорее всего, МРТ плода. Наверное, энтерографию мы продолжим. Может быть, да, гидро-МРТ продолжит профессор Яковлева Елена Константиновна. Вот, так что до новых встреч.